Более 700 детских площадок обновят в этом году в Подмосковье. 130 из них модернизируют, а на остальных полностью заменят устаревшие игровые элементы. Особое внимание будет уделено безопасности. Все такие комплексы во дворах будут установлены с учетом современных требований. Амортизирующее покрытие, игровые элементы из высококачественных материалов для детей разных возрастов. Скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения, безопасный регион, уличная освещение и металлические ограждения. В Ленинском городском округе приведут в порядок несколько площадок в городе Видное, на проспекте Ленинского комсомола и на Петровском проезде, а также в поселках Володарского и Развилке. Губернаторская программа действует в регионе с 2013 года. За это время на территории Московской области установлено свыше 1500 детских игровых комплексов.